покажем низкий среди всех поров. Лайк, она тоже делала не самым лучшим образом. Но тут вот как раз нет какой-то доминации. Самая большая разница между Томкой. Да, залопнули. Шат пытается убить Любовь Зайка. Но Даша его вчера Любовь Зайкой называла. Наверное, так и читается Любовь Зайка. Хотя он написан Любовь Зайка. Классно, как хороший лель. Любовь Зайка. Но он, правда, Любовь Зайка. Тоже звучит красиво. Так, Михаил против Сони тут воюют. Соки. Шатоу Реалм. Строк оф фейт. На! Где на? Куда это? На. Хорош. Хауль. Трабл Мейс. Так, Михаил себе забрал. Хан хотел, наверное, волчатами сотилить. Не очень получилось. Так, вот у нас нападение на Таска. Но Сноубол еще и Таска на развороте. Снова сможет разбить лицо и разбивает это лицо Паку. Тут еще рядом Тини стоял, и Тини просто посмотрел на это все дело, и такое, я не понял, как это вообще возможно, да, вот здесь прыва, поэтому если еще один орешек залетит, а он залетает, пою такой, как это такое старое было выражение, на измене, знаешь, вот сидит, просто только шарды полетели, он сразу на арбу куда-то бежать, потому что уже один раз ошибся, и второй раз не хочется, у нас на боте происходит просто какой-то экшен, Дазл выбрасывает, Дазл подставился, но Пак летит как раз на бот, нападение на Темпларку, Дримкол на нее. Темпларка, мне кажется, могла спокойно разорвать этот Дримкол, но на чем разворот, решила подраться, но мне кажется, зря, хотя вот Грейв, здесь стоит ловушка. 10 стиков, нажми! Дружок, пирожок, стики, нажми, развернись и убей всех, ну ты что, не доиграл до конца, здесь Темплар Ассасин. Теряет. Ну, там, опять-таки, с другой стороны, вот Пак вроде здесь загангл классно, они сделали 2 килла, отдали пролетарию. Но с другой стороны, Тас пошел на топ и сделал 2 фрага, убив Фантомку. Вместе с саппортом Гримстрока. Поэтому мидеры прям зеркально Тас играли. Так, на хан нападение. Какое-то время видишь соперника, уходишь на отрезок, на двойку и там промишь дальше. Так, а снизу будет экшен, пролетарий, АДЗ пошел, сноубол, до последнего выдерживали Пайсона, не взбал распать, с подхилом, но не пробили, Зорти Блузон сбивается моментально, тут Блузон плохой от пролетария. Что не пролетарий умрет здесь, да, пытается взять Дазл, Дазл из Poison Touch, Грейв не успел нажать, погиб, умер. Неудачно. Но опять здесь все игроки HF с потерянным блэкхолом, разменявшись не так удачно. А на топе Темпларка прифармит и вышку забирает. Но попробует еще, конечно, забрать Дарк Виллу здесь, подпрячется Шадоу Реалм. Есть Эволанч, это Ликан сам себя зажал. Взывает форму, будет бежать, сноуболы, пошли на сейв. Микаэля сейвит, Валрат Панч. Сухай тоже мало хп. Дарк Виллу забрали, окей, но какие будут размены? Размены будут колоссальные. Так, минус, Гримстрок минус, Тини минус, Рецу остается. Рецу грызут, сейчас КД способности пройдет у АДЗ. И смогут за Фантомкой до конца пойти, да, сноуболом уже выкатываются. Рецо понимает, что он обречен, кажется. Валрас Панч нужен, через секунду будет. Валрас Панч, Poison Touch достает. Шард, Рецо и Тач. На панч. Ультракилл АДЗ. Тем более вот на такой минуте это говорит, что преимущество слишком большое. Даже вот эти 12 тысяч, они на самом деле не показывают того, что есть на самом деле. Дота 91 пока процент дает, то есть оставляется шанс камбэка для АЧМ. То есть некая Тини врывается, Тини врывается, выбрасывает у нас Лайкона, и Лайкона забирают. Хорошо. Забирают размены Тини, но тут Таск под ЦКБ зонит и Нигму, и вот на Нигму нападение. Нигма не даст своего духа. Без нее, но проблема с Темпларочкой. Отличный Грейв со стороны Дазла. Тут либо хил, Пак не должен отпускать, да, в такой ситуации. Так оно и происходит. На Таска, так, сноубол, хорошо. Байбек со стороны Тини. Тини прилетает, чуть добивает Пускара. Таск молодец, попытался все сделать грамотно. Разбирает, что ответ какая-то будет, нет? Под Сайленсом, Рэд, Суа, пока вот хит из Манта. Террорайз. Ой-ой-ой, защитить! Боссы! На месте, Витос! Прыгай! Да, хорошо, глав соперника прыгает. Ничего себе ты, конечно, зверь. Он будет драться. Он будет драться, Грейв заранее на шада и просто пробивает шаг Фантомку. Байбек, конечно, тут разворот, конечно, пошел. Здесь Блэкхол по одному, Даску. Хорошая цель. Отважим Блэкхол еще и Дарфилла закинули. Пережили Блэкхол, сноубол. Тут парка байбекайся и заканчиваем. Тут парка байбекайся и заканчиваем. Все, наигрались, хватит. Все, сидим. Нигма покупает.
называется. Вот, плавка, байбекаемся и заканчиваем. Все правильно, Дарквилл, байбекаемся и заканчиваем. Там нижней линии ведь крипы сломали. Дракон там работает, ликан работает. Просто там уже мега крипы там у нас стоят. И все равно дерутся. Энигма, Энигма там срывается. Сейчас Таска скрыв, отлично, отдазла. Сэви пытается с помощью телепорта, не дают этого ему сделать. Не попадает у нас затухой своей стропов фейт. Гримстроп, но это не отменяет того, что нас, короче, забрали. Ага, забирают Грима, Грим без байбека, Фантом по байбеку забрать Тини, Тини тоже погибает, байбека не будет. Врывается у нас Фантомка на Темпларч, Фантомка против ТА, но здесь помогает Темпларч, поэтому не соперник заруба 1 на 1, Сайланс минус Фантомка после байбека. Дазло наконец-то пытается отзонить вот как раз Хак, чтобы не было этих рейвов. О, а теперь пытается зазонить и отзонить. Трипл кил для Хата. Геймблплей с 2-0, первая серия, но Bounty Hunter без проблем. Хорошая игра.